Получается, сколько я? 2, 3, 4. И 4 напитника. Говорит, ну нет, конечно, но если бы ты повесил, то ты куда бы не нужно. А, ну в принципе, норм. Так, у тебя тоже есть шанс на победу. Я потом буду мерить. Как закроешь. Просто дико откидываю, интересно, что там такое, какое качество происходило. Здравствуйте. Молодой человек. Вот, до свидания. Ну, в общем, товары. Немного. Качество оставляет желать лучшего. И с другой стороны, может быть красивым. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально. Ни номера, ничего. Только вот именно сам под штрих-кодом, если номер, или сам штрих. А, ну у вас может быть, но у нас... Раньше, как мне сказали, то, что вроде было, можно там или по номеру, или по фамилии, имени, отчеству, там что-то такого рода. У нас такого нету. Так, 113. Посмотрите. Вот этот пиксик. Но он, я как понимаю, там должен быть. Так, да. Хорошего вечера, до свидания.
я думала себе заказать пару шмоток, но что-то решил, что я буду готовить все. У меня нет так все время ходить, понимаешь? У меня такая тема. Тоже без шанса. Вот такие, а что ты такой скромный? А, ну тут сразу нет, мне не нравится. Это все резина. А тут как-то не симпатично смотришься. Просто вот понимаешь, я вот сижу на Озоне, да? Я вот посидела банально сегодня, да, там заказала все шмотье. Оно ко мне пришло. Я там камеру запасила, себе подобрала. Боже, ты, конечно, красив, но нет. Боже, он такой маленький. А чего ты туда положить должна, да? Ты знаешь, он немного что пойдет. Я хера толку. Если мне не нравится. Дай пить. Хорошо, вечера, до свидания. Слушай, еще один товарищ. Еще такой же. Я поняла, я увидела, прочитала выше, я вернулась. Какие-то ланки, что делать, замечательно. Ой.